какая страна сегодня? Какое? 29 июня, 23 год. Мы в Астрахани. Какой-то там отель называется Golden Gin, золотой джин. Ну, наступило утро, мы вот в такой вот казарме. Все здесь заняты своим делом. Анжела в душе. Я снимаю. Родион работает. Хозяюшка кашеварит гречневую кашу. Вот такой вот номер. Койка номер один, Руслан Александрович. Койка номер два, я. Койка номер три, рабочее лицо, водитель. А теперь посмотрим, что у нас в окне. А в окне у нас музыка и аквапарк. Вот так. Тетка вышла, которая плавала. Вот там красивые веселенькие картинки. Прям около отеля у нас Турция. За отелем Россия. Завтрак. Но не на траве, а на кроватях. Итак, мы в Астрахани, наконец-таки 2 часа по местному времени. Час по Москве, приехали к Кремлю. Тепло здесь очень, 31 градус сейчас. Днем 33 будет. Кремль. Так, это Астраханский Кремль. У меня только что адски заболел зуб. Еще мне очень сильно жарко, и у меня плавятся ноги. Древние руины, не попадаем, они оказываются в обратную сторону, в сторону Волгограда. Мы там вчера ночью, видимо, проехали. Нет, они на другой дороге. Они все равно тоже далеко, но просто по направлению на Волгоград. Мы бы их не увидели. Надо было знать заранее, что она там находится, и где-нибудь там специально сворачивать. Красиво. Ну, можно еще вот туда, в парк отойти. Вот, собственно, Астраханский Кремль. Вологодский там в вечном холоде, это в вечной жаре. Да? Как думаешь, сколько здесь зимой температура? Да не, я думаю, здесь таких сильных морозов нет. Нет, до минус 5 и все, наверное. Такие тут электрокары катают. Ленивых, кто не хочет пешком пройтись.
Астрахань, Южный форпост России 16-17 веков. Ой, 19-го. 16-19. Это музей боевой славы тут на территории Кремля. Ну вот так, спокойно, просто парково, как бы так. Да? Да. Искупавшаяся в бассейне недавно, пока я работал. Кто-то в бассейне купается, а кто-то работает, сидит. Кто на что учился. Жизнь, конечно, так себе, по справедливости. Ставлю ей... Ставлю ей 3 из 5. Вкус залезла, смотрите. Полигонье. Вон какие кустарники. Да? Тут, короче, как-то просто больше про ландшафтный дизайн здесь. Вся территория. Да, Анют. Ты не Анют? Анжелика. Анжелика. А можно я сфоткаюсь, как будто это я рисую? У нас много галок. Да вы братья, что ли, да? Да. Да, похоже. Так. Не, вы братья. Да? Не, серьезно, похоже. Спасибо. Оп. Насыщенный. Идем, вышли с Кремля, идем на набережную к даме с собачкой. На, квас допивают. В центре даже и приятно. Это, там у нас просто гостиница где-то была на отшибе, в каком-то пошарпанном районе. Вон итальянский ресторан 12. Нашли даму с собачкой. Это набережная. Петровская набережная, кстати, называется. Ты умеешь собачий вальс? Нет, я понял. Акватория, ресторан, да. Наш город Астрахань, вон написано, да? Давай. Большой фонтан так. Тут техническая вода идет. Для техников. Все нормально. Ну так-то да. О, какая вода доплывет. Натуральная бадада. Высоко, как, смотри, как высоко-то набережная. Дошли до чистильщика обуви. Пошла следующая фотографироваться, ногу ставить. Оп. И готово. А ты просто красивой тарелки.
Это называется ресторан Дымов, да? Дымков. 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 С видом на набережную. Прям кофе из настоящей турки. И шаверма внутри чего? Из тандыра. Из тандыра.